Всем-всем-всем доброе утро, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Мы сейчас со Света пойдем в магазин, нам надо что-нибудь прикупить домой, молока, хлеба и там по мелочи. А я вам сейчас покажу цыплят. Цыплят из инкубатора. Ну, мы часть, конечно, пересадили уже курицы, но часть еще здесь сидит. Сейчас я вам покажу их. Смотрите, ребята. Ось, подиваться за пальцы. Вот так вот. Вот такие вот они красивые, ребята, цыплята. Сейчас пойдем в сарайку. Если там Петруча закрыта, то я вам в сарайке еще цыпляточек покажу. Пусть растут и радуют нас. Я очень рада, что они у нас вылупляются. Нет, там Петруча гуляет. Ладно, потом с магазина приду там, потому что Петруча гуляет. Все, Светик, вышла. А пакет ты не взяла? У тебя ремень торчит. Ну ладно, купим пакет. Ладно, идем мы в магазин, потом вам покажем все, что мы купили. Сейчас вот мои цыплятки вылупятся, и потом я инкубатор подруге дам. Она, помните про нее? Я говорила, что я до нее дойти не могу. Она мне сегодня звонит и говорит, ну что, когда до меня придешь? Я говорю, ну когда-нибудь дойдут от тебя. Она говорит, вот я за инкубатором, наверное, вперед быстрее сама приду, чем ты дойдешь. Вот так вот. Так что я ей дам инкубатор. Женечка, как мои вылупятся, заберешь у меня инкубатор. Оба-на, это что такое? Ну-ка, собери в мусорку пакет этот. Это что за нафиг? Кто-то что-то раскидал, видимо. Ну, пакет. Так, что ты его будешь... А, там урна есть, ну ладно. Там выкинет. Надо было дома в мешок засунуть мусорный, да и все. Ладно, ребята, идем мы в магазин. Сейчас прикупимся немножко и вам все покажем. Все, ребят, пришли с магазина. Сейчас покажу, что я купила уже для компотов. Буду делать закрутки сегодня вечером. Компоты делать. Ну и покажу в целом все покупки. Так, смотрите, купила вот такие вот сливы по 85 рублей целый ящик. Ну, груши это мы с абрикосами домой взяли, а вот тут вот целый ящик слив. Ну, мне кажется, это не слива, а алыча, потому что она какая-то дешевая беда, потому что другие сливы по 130, а эти по 85, по-моему, были, да. И я весь ящик сразу забрала, сделаю компоты первой баночки. Сейчас покажем дома остальные все покупочки. Так, ребят, показываю в целом, что купили. Ваня купила вот такие вот две щеточки новые с запасом, чтоб лежали. На, Ванечка, тебе. На, щеточки тебе мама купила. Дальше. Взяли детям вот такие вот два пазла по 18 рублей. На, отнеси, отдай. Потом Света выпросила тоник себе. Вот такой вот красный будет с девчонками кончики волос красить. Дальше. Взяла булочки с маком и картофельные. Сегодня некогда будет печь, сегодня надо будет в город съездить, поэтому не до этого. Купила готовые, конечно. Так, женские принадлежности показывать не буду. Дальше взяла сосиски. Сейчас отварим гарнир с сосисками, сделаем. Так, один кабачок взяли. Это мне надо будет свинки дать. Потом дальше огурчики взяли и помидорчик. Сейчас, подожди, сделаем хорошо. Дальше потом взяли куриных пельмешек, чтобы всегда в морозилке лежали. Вдруг когда-то что-то нам с мужем некогда, чтобы было все вот готово. Дети могут и сами это сварить. Дальше взяла чиабатта 3 штуки и 2 литра молока. И вот такие вот еще пельмени тоже куриные. Вот, в целом вот такие вот покупки. Сливы, салат, что вы видели? А, ну да. Еще абрикосы вот такие вот взяла. Подожди. И груши немножко взяла. Все, вот такие вот покупочки. Ну и сливы ящик. А, на днях тут еще муж. Сейчас покажу, что взял. Так, смотрите, я вышла в предстрой. Вот это вот муж взял для цыплят комбикорм. Специальный. Потом вот здесь вот мешок комбикорма, здесь мешок комбикорма, и вот это вот, по-моему, да, это сахар. 50 килограмм мы взяли для вареньев, для компотов, все будем делать заготовки. Вот взяли пока один мешок, потом в следующий раз еще возьмем, потому что чтобы нынче побольше заготовить всего.
Вот такие вот в целом, ребята, у нас были закупки. Если вам понравилось, то на этом видео я завершу. И следующий влог вы увидите, как мы с Катей поехали уже в магазин, в город, в Магнит, покупать маечки, плавочки для маленьких детей. Ну и для старших тоже что-нибудь присмотрим. Так что всем желаю здоровья, всем желаю счастья. Ну и всем пока-пока. Всем привет. Махай привет. Мы с Катюшей поехали в город. Сегодняшний влог вот так вот начнется, да? Мы в город поехали за покупками. Я Кате давно обещала, что я ее свожу в город. Со всеми сразу я не еду в город, а по очереди детей вожу вот так вот в город. Я штаны поправляю просто. Тайсон, привет! Тайсон, привет! Передай всем привет, Тайсон! Передай привет всем! Вот так вот ты, молодец! Поедем, купим нижнее белье, маленьким надо. Автобус едет. Кто сегодня у нас? Привет! Тетя Надя сегодня работает. Сегодня, ребята, мне бабушка моя звонила, всем передает привет, говорит всем спасибо, кто спрашивает про ее здоровье. Здравствуйте! Что? Ну, дядя Ваня, не шутите так. Так что всем спасибо, кто переживает за бабушку. Бабушке все хорошо, потому что многие мне пишут, как ваша бабушка. У нее все хорошо, дай бог ей здоровья еще на 100 лет и 100 лет жизни еще, чтобы она жила долго и счастливо. Ладно, мы идем на автобус и едем в город. Да, Катюха? Там Катя хочет в фикс-прайс, да, Катя, сходить? Кать, ну ты ответь. Она счастлива. Ну-ка, стой, волосы поправлю. Все. Счастливая такая, то, что едет в город. Давно уже просила. Но со всеми сразу ехать я не хочу. По одному лучше буду возить в город. Ладно, идем. Да, все, ребят, зашли в Магнит, скупились немножко. Потом покажем. Аккуратно не наступи. Идем сейчас в Сбербанк и Фикс Прайс. Прогуляемся с Катей. Катя, ты довольная? Тут с подругой еще идем, но ее в кадр не попадаю. Поэтому гуляем по городу. Вам спросить? Согласны? Вот видите, ребята, дома у нас новый магазин открылся. Дельта. Там вещи продают, так что если кто хочет, заходить. Ну, а мы также гуляем по городу. Сейчас все купим, все, что нам надо. Там шампуни купили красивые, да? Вкусные. Ароматы обалденные. Дома все покажем. Все, ребят, приехали домой, скупились. Сейчас дома все покажем, все, что купили. Подругой сегодня прогулялись по городу. Я потом, я Ваньке его дам. Сейчас придем, покажем. Пока не показываю, но покупок много. И контейнер для муки, самое главное, купила. И так кое-что деткам. Ладно, идем до дома. Так, ребят, вот такие вот у нас покупки. Сейчас покажу и расскажу в целом, что купили. Так, ну давайте отсюда, это каталог, акция. Зашла в Крипар на первом этаже. У нас вот такие, помните, я покупала за 149 рублей наушники. Ваня оторвал провода. Это точно такие же. Купила еще одни наушники для компьютера. На Егора Дидио. Дальше купила два контейнера. Один большой на 15 литров, другой на 6 литров. На 6 литров для муки, на нем есть значок, то, что он пищевой. А второй для чего-нибудь еще подойдет тоже. Дальше. По органайзерам идем. Купила органайзеры для одежды, для хранения. Один вот такой вот взяла. И один вот такой вот, да, морской. Там больше таких не было, поэтому возьму потом попозже. Дальше. Взяла корм животным. Нашим. Тут уже потом на канале «Жизнь с домашним животным» видите. Дальше. В новую кухню купила вот такие вот разные штучки для стола. И вот третий. Вот все три. На, прибери, это будет в новую кухню потом. Дальше. Дорогие друзья, вы нам говорили про формочки в фикс-прайсе. Открой, покажи. Я взяла две упаковки, больше не было. Третью взяла у меня подруга. Но потом купим еще. Сейчас Светик откроет, и мы посмотрим, какие они там. По 4 штучки они там, да, в наборе идут? Фламинго. Да. Фламинго мне. Единорожка. А, ну они вот как-то так, да, крепятся? Давай я покажу. Вот такие вот они. Два набора. В целом я взяла вот такие вот два набора. Второй можешь тоже собрать. Дальше давайте Ваньке дадим. Взяла вот такие вот мыльные пузыри. Мне подписчики писали. Нажимаешь и текет там. Сейчас Света распечатает, дадим. Также взяла еще...
тихо. Вот такие вот еще мыльные пузыри, чтобы туда заливать было бутылка. Взяла целую бутылку. Дальше. В Магнит Косметик взяла вот такой вот шампунь. Принцесса 2 в 1. Калинка-малинка называется. Очень хорошая. И также взяла шампунь вот такой вот с Человеком-пауком. Егор, Человек-паук. Егор у нас, кстати, фанат Человека-паука, ребята. Так что, да, с самого детства он всякие значки всякое все собирает. Так что вот вам нет, с Человеком-пауком можете... Нет. А, уже ничего нет, уже все растерял? Это когда было еще? Костюм остался, одна кофта от костюма. Ну да, факт то, что... Дальше взяла вот такие вот шахматы. У нас одни есть, но вот еще одни взяла. Будут дети играть. Еще дальше, давай. Тихо. Пластыри взяла с машинками опять. И вот такие вот какие-то. Откроешь, покажем? Потом взяла еще... Подождите секундочку. Приношу свои извинения. Так, давай покажем. А, так тут не видно ничего, да? Да. Открой одну, покажи, пожалуйста, одну. Дальше взяла вот такие вот контейнеры тоже для мороженого. По 13 рублей 3 штучки, ребятки, взяла. Тоже будет удобно, порционно. Потом еще возьму, просто денег сейчас мало было, потом еще докупим. Приношу извинения. Приношу извинения. Дети просто с этими пузырями скачут. Дальше. Сок это я брала себе попить, так и не попила. Взяли сгущенку 2 банки. Будем делать мороженое. Также взяли сливки 3 упаковочки вот такого нытвинского. А, 2 нытвинского 20% и 1 15% и 1 33%. Так что сегодня у нас мороженое получится очень много. Конечно. Давай покажем какой. Вот такой вот пластырь. Там а коробочка, разные. Дай покажу, какая. Вот такая вот коробочка. Очень хорошая. 39 рублей с троллями. На Ваньке налепи. Дальше, ребят, показываю. Тут я 2 упаковки такие взяла, видишь? Пускай будет, дома понадобится. Ну, вот сливки, короче, взяли. Будем сегодня мороженое делать. Подробное видеоролик, как мы делаем мороженое, мы сделаем. Потому что многие подписчики просили, поэтому мы, ребята, сделаем. Обязательно. Также мне подруга посоветовала вот такой горячий шоколад. Мы сегодня с ней по городу, с Женечкой гуляли. И вот в мороженое, говорит, добавлять очень вкусно получается. Вот попробуем тоже немножко разного наделаем. Приношу, ребятки, извинения. Дальше. Купила вот такие вот разные валанчики. Написали мне, они называются. Спасибо большое. Взяла такие вот и с перышками. Егор, смотри, какие разные. Тут что получается? 7 штук. Ну вот, надеюсь, хватит надолго. Ванечка уже там, видите, формочки трогает. Дальше. Арахисовую смесь опять. Арахисово-фруктовую взяли. Да, ребятки это любят. И также зашла в Магнит вот посмотреть то, что... по распродаже. Ничего такого не нашла, но вот в целом взяла вот такой набор резиночки, заколочки. У нас резинки очень быстро приходят в негодность. Сейчас я вам даже покажу. Видите, одна резинка как сильно растянулась. Вот ее все, ее выкидывать можно уже. И поэтому купила. Дальше купила, ребята, плавочки по 52 рубля. Вот такие вот взяла плавочки. Видите, они разных размеров. Ну, у меня у девчонок быстро заканчиваются плавочки. Портятся то, что часто стираем. И поэтому взяла вот такие вот. В целом плавочки. Вот такие вот все у меня на сегодня покупочки. Пишите ваши комментарии. Ваня, пузырики тут лезет. Нельзя, Ваня, открывать потом нельзя. Так что ставьте лайки, пишите ваши комментарии, как вы думаете насчет всего этого. Ну а мы сейчас пойдем готовить мороженое. Снимаю. Смотрите, ребята, он музыку, оказывается, издает его. Но мне кажется, он что-то не рабочий. Ваня, Ваня, вот. Зажимай! Что-то это. Там иногда оно... Оно... Так что ты хочешь фикс-прайс? Блин! Там оно прибежалось к стене, конечно, так это будет. Нати, короче, играйте. Вот такая вот для детей веселушка. Спасибо вам большое за то, что вы написали. Давай.